было сотню лет назад. Перечеркнут мир войной. Со снарядом враг нам слал снаряд. Крепость принимала бой. Рев железа, языки огня. Раскаленный ураган. Мы теряли счет ночам и дням. Корчась на земле от ран. На заре окутал газ. Враг смертельный без лица. Заставляя выть от боли нас. Выжигая нам глаза. Задыхаясь поднимались мы. Сплюнув легочную кровь. Заглушая правила войны. В час атаки мертвецов. В 1914-го в ходе наступления немцы вышли к Осовцу. Взять сходу форты не удалось. Гарнизон отбивал все атаки. Осада длилась не один месяц, и германцы испробовали все способы, чтобы вынудить крепость капитулировать. В ход были пущены 420-миллиметровые осадные орудия «Берта», до этого разворотившие бельгийскую крепость «Льеж». Их снаряды раскалывали бетонные перекрытия, сметали кирпичные постройки. Но защитники крепости не сдавались. Осовец не был первоклассной крепостью, как Брестская или Гродненская. Сила ее заключалась в расположении. Она стояла на высоком берегу реки Бобр. Среди огромных и непроходимых болот на стыке двух русских армий крепость преграждала путь на Гродно и Белосток. Обойти ее немцы не могли. Когда германцы сформировали специальный осадный корпус и приступили к методичной бомбардировке фортов и жилых казарм из тяжелых орудий. Шел месяц за месяцем, а германский штурмовой корпус топтался на месте. И тогда под белым флагом парламентеров в крепость Осовец явился германский офицер и обратился к начальнику штаба обороны Михаилу Свечникову. Предлагаю вам 500 000 имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не подкуп и не взятка, это простой расчет. При штурме Осовца мы истратим снарядов на 500 000 марок. Нам выгоднее выплатить стоимость боеприпасов и сберечь сами снаряды. Не сдадите крепость, обещаю, через 48 часов Осовец как таковой перестанет существовать. Свечников ответил парламентеру вежливо. Предлагаю вам остаться со мной. Если через 48 часов крепость будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем.